Всем большого привет, дорогие друзья, с вами FIFA прогноз, очередной выпуск, наконец-таки мы дождались этого обновления, FIFA World Cup, чемпионат мира по футболу, который в EA Sports вшил в свою программу, все, короче, замечательно, прекрасно, в студии, как обычно, Александр Дегтярев, который посетит несколько матчей чемпионата мира, у которого сегодня еще день рождения, на момент записи программы, да, на момент выхода, либо 1 июня сегодня, всех детишек школодронов с праздником. Пускай вас защищают хотя бы в этот день от злостных комментариев. Ну, сегодня... смотри, как раз детишки, как раз Glory Hunter вот этих вот сборных. Угу. Сегодня кто-то будет определенно бомбить. Да. А сегодня мы играем матч первого тура в группе Б в городе Сочи. Португалия против Испании. До этого, в начале нашего цикла программы, мы уже сыграли один матч Россия-Саудовская Аравия. Это был бомбезный матч, там такие ребята играли. По-моему, ты тогда проиграл. Да, я, ну раз у тебя сегодня день рождения, наверное, тоже надо будет проиграть. Сливай. Давай букмекеры. Ну, перейдем сразу к букам. Испания, естественно, фаворит. Это бесспорно считают все букмекеры. 1x дает... вместе с Винлайном коэффициент 1.93, в принципе, многовато. На сборную Испании достаточно неплохой такой коэффициент, Олимп дает вообще 1.95. В португальцев практически не верят букмекеры, самая маленькая ставочка 4.51 на победу сборной Португалии в этом конкретном матче, естественно же, в основное время. 4.52 и 4.53 – это 1x и Олимп, соответственно. Ну а на ничью коэффициенты колеблются от 3.4 до 3.46. То есть, ну, в целом, ничья тоже достаточно сочная. Я почему-то думаю, что ничьи не будет. Ну, а почему бы и нет? Ну, хотя да, может быть. Веселая ничья 2-2. Я думаю, что нынешние чемпионы Европы в первый матч не должны слить. Ну, это как сказать. Ну, хотя да, на чемпионате мира 2010 года Испания слила свой первый матч сборной Швейцарии. Да, да. Я не помню, кому точно, но они проиграли 0-1. Посмотрим, как сегодня будет. Португалия, Испания, стадион Фишт, 15 июня. Барабанная дробь. Понеслась. Португалия, Испания, международный вот товарищеский матч. Вот это прочим. Графони, ребят. Не, ну это красиво. Такие заставочки нарисовать. Это такого я к чемпионату мира, по-моему, не видел. Сразу с высокого прессинга. Ты сразу смотри, а? На шару пошел сольными проходами. Знаем мы эту тему. Хуан Мата Гарсия. Что с тобой не так? Где твоя страсть, мозг? Ну тут ему этим... Ух! Порца Руи, я бы даже сказал. Чё происходит? Чё, это чё? Кто это? Кто? Ноготь сломал, да? Оп! И вколотили фигнюку. Ладно, ладно. Вот, кстати, в этом обновлении вот такая ошибка вратарей, она самая частая. Они сбрасывают на другой фланг, типа, вот, ты не забьешь мне, а вот ты мне нравишься сегодня вечером, зайди ко мне, ты зайдешь. И зашел по центру, легонько так, тихонечко, мне носочком. Мне больше напрягало то, что матч Испании и Португалии, а флаг российский. Ну а почему бы и нет? Ну вот видишь, неаутентично. И подача плохая пошла, и удар отличный. Коста-то еще и головой владеет в некоторых ситуациях. Ну да, но я смотрю, FIFA знает то, что у тебя сегодня день рождения, и решила сделать так, что ты выиграешь сегодня. Ну да, и Руи Патрисио прыгает наугад. Это Йоакин Фейф укусил, я думаю. Да. Навес, удар и гол! Серьезный замес. Кто это? А у тебя же Роналдо должен быть в составе. Он в составе. Поговаривают, он у тебя там должен быть где-то. Он в составе, а где именно, я вообще пока не знаю. Пока я что-то не заметил этого парня. Очередной Силва забивает гол. Один из. Да. Патрик, братишка, я тебя ненавижу всем сердцем. Ты никчемный. Я просто серьезно, Кутроны терпеть не могу. Почему? Он очень медленный в FIFA. Вот в FIFA, на поле.
На поле он реально дал фору 35 лямам. Дал-дал, ушел. Это ушел. Давид Де Хеа? Ну все. Только заговорили. The golden ball goes to... Андре Сильва. Не-не-не, Патрик Кутроне. Отлично, хорошее начало, 33-я минута, уже боевая ничья 2-2, как да, мне в целом. Можно говорить, что и силы, и хитрик. Ну, и да. Плевать то, что это разные. Это разные силы вообще в целом, как говорится. Че? Рука была, я так понимаю. А, не, матч просто этот, ушел на перерыв. А, свистка нет, да, зачем? Судья ты продажная. Продажная. Да. Коста зарабатывает очередной корнер. Корнер. Или, как у нас принято говорить, угловой. И тебе осталось со стула упасть. Руй, Патрисио, вот это сейва. Серьезный, серьезный. Куда ты побежал, идиотская твоя морда? Прорывается по левому флангу, навешиваем штрафную площадь. Опять навешиваем, бьем с центра штрафной. Почти. Почти, почти. Если бы не Де Хеа, сейчас бы я бы вот этим ударом два бы уже пропустил. Отлично! Но... Никто не ожидал этого сейчас, даже да, мата. Все ожидали, просто они... Дебилы. Да. Заскриптованные. Кажется, вратарь нападающего убил. Отойдите! Руй Патрисио бьет! О, смотри, Руй Патрисио мата убил. И без разницы. Криштиану! Ты вот да. Два-два. Все, где свистки? Почему? Он игнорирует просто присутствие свое на матче. Ну ладно. Итак, первый матч в группе Б закончится со счетом 2-2. В пользу никого. Ребята борются за кубок Cup of the Nothing. Cup of the Nothing, да. Да. Нет, ну, на самом деле, если по такой игре и так все будет складываться тут, это реалистично. Это ничья в пользу сборной Португалии, во-первых, потому что дальше остаются конкуренты и просто кто кого обыграет с большим счетом, поэтому, ну, в целом такой расклад мне будет интересно посмотреть. Счет 2-2 в матч таких будет команд. Интересно посмотреть такой матч. А еще мне будет интересно съездить на какой-нибудь матч, у кого есть лишний билет, звоните. Ну, да, вот. Здесь. На да. самом деле, эта игра, вот и участие в ней сборной Португалии, и счет очень сильно напомнил первый матч, который я посмотрел на Кубке Конфедерации с Мексикой и Португалией. Там тоже было 2-2. Очень интересная игра, очень много ударов. И мексиканцы тогда играли острее. Ну, по факту это было. Но счет на табло. Ну да. Счет на табло, все увидите. И каждая сборная получает по одному очку. Друзья, большое спасибо за внимание. Хотите, верьте в нашу прогнозу, хотите, нет. Деньги ваши, не наши. Александр Дикирев, Роман Полинсков ввели вас в эту программу. Еще увидимся. В следующий раз мы будем играть уже другими командами, другими группами. Естественно. Да. И может посмотрим, быть. Как все получится. Но я думаю, нам надо обязательно сыграть матч Панама-Тунис. Обязательно. Не пропустите. Да, это будет матч смерти на чемпионате мира по футболу. FIFA 2018. А эти сборные есть в FIFA? Теперь есть. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.